К другим новостям. В канун весеннего праздника 8 марта сотрудников Центра охраны материнства и детства в Люберцах приехала поздравить депутат Государственной Думы Лидия Антонова. В этот день собравшиеся получили цветы, поздравления, а некоторые удостоились высоких наград. Ежегодно Лидия Антонова приезжает в Центр охраны материнства и детства в Люберцах, чтобы поздравить сотрудницы будущих мам с предстоящим женским праздником. Так и этот год не стал исключением. Женщиной быть непросто. Это трудная миссия. Вообще трудно быть человеком, еще человеком хорошим. Но женщине особенно. Поэтому, девочки, женщины, мы всегда с вами вместе будем стараться, чтобы вот наши Люберцы, наш Люберецкий округ, наше Подмосковье было то местом, где нашим вторым половинкам, нашим мужчинам хорошо жилось, чтобы они у нас были самые тоже умные, красивые, вкусно накормленные, здоровые. Давайте вместе на это работать. На этот раз особых поздравлений удостоились Татьяна Мельник, главврач роддома, в связи с празднованием дня рождения. И ее заместитель, которой вручили высокую награду – почетный знак заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации. Луиза Егазарян, Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.